Hi, привет. А ты знал, что в игре есть новая имба? Да, здорово, это я, трюкач, да. Ты, наверное, глубоко сейчас смеешься, да, и типа, чё, Елисей, не гони. Какая нахер имба, да его же мансят. На самом деле, ребят, я тоже так думал, но за последнее время, поиграв несколько игр, я понял, что он достаточно интересный маньяк и имеет хорошую обилку, которая быстро позволяет догнать и закрыть суров в открытых палетах. И, в принципе, да, скорость у него слабенькая, с оглы, кульминация реализована так себе, хотелось бы получше. Но я к тому, что играйте на открытых текстурах, догоняйте, заводите туда суров, и вам будет счастье. Также хочу цель этого ролика показать вам две игры на офкроссе, а то, знаешь, бытует еще до сих пор мнение, какие-то олды пытаются доказать, что офкросс это лютая имба, и там играют топовые сурвы, и в жизни вы никогда там не выиграете на хай-рангах за пешего убийца и тому подобное. Чушь полнейшая, ребята. Я уже не первый раз-то ищу офкросс, мы с ребятами нет его включаем, никаких... грандиозных мегамансов я там не вижу. Единственное, я вижу неплохой завод генераторов, не более. Ну, на включенном кросс-платформе то же самое, в принципе. Поэтому сейчас вы увидите две катки. Хорош воды. Одна катка с перками, взятая со стрима. Для тех, кто вдруг думает, что это все записано в подстановой, приватке и тому подобное. Если что, можете чекнуть стрим. Вот. И вторая катка, не поверишь, мы пойдем без перков за трюкача на офкросс на первом ранге. Всем приятного просмотра. Магазин барахольщика. Свалка Авто Хевен. Трюкач в главной роли. Воу, крутая карта. Генератор никакие здесь не контролируем. Печально. Хит дадим? Да. Петюльку прописал и... Прописал и... Он чинить, ребята, умеет. Ну, вы видите, развал кабин точно такой же. Ha ha ha!
Только единственное... Давай, давай, Клаудия. Офф-кросс, ребят. Трюкач. Единственное, я говорю, то есть... Не играю на офф-кроссе, ребят. За стрим-снайп. Легко за стрим-снайпить. А, не прожалась даже, да? Так, давай. Попробуем прочитать его. Раз, два, три. Стояк есть. Ее мы можем не донести, да? Не донесли. Никуя. 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 Иди. У нее еще осколок может. Да нет, я не думаю, что они расслабились. Они пытались приседать. Ну вот я не знаю, насколько сильнее вы увидели игру на офф-кроссе. Посмотрим, что там за ранги, что там за часы. Но я тебе говорю, то же самое вне стрима, ребят, офф-кросс. Вот я не знаю, все шумят этим офф-кроссом. Уже сброс рангов давно прошел, уже все на хай-рангах, кто хотел на офф-кроссе играть, играют. Блять, ты здесь увидел что-то сверхъестественное? Я нет. Может быть, завод генераторов такой прям плотненький, да, был? Ну, все. Иди. Покажите всем эту катку, кто за офф-кросс топит. Ребята на офф-кроссе, наверное, впервые увидели трюкача и охуели. Кровавая лачуга, свалка, автохевен, трюкач в главной роли. Без перков. С аддончиками. Вот. И, в принципе, гоу. Сейчас нужно найти... Ага, видел воронье, вижу шифты. Так, нам нужно найти Сурва, который будет бегать в открытых текстурах.
Так, опа, кого-то слышу. Кто-то... О, Стивыч. Оп, не получилось. Так, Стивыча можно здесь пробовать накидать. Неплохо залетает. Неплохо залетело. Маленький скрывается, смотри-ка. Ага, 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 и че, 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 че. Хорош. Давайте попробуем добить Стива. Неужели он побежит? Да. Но ему, по идее, особо-то и некуда. Палету мы перекрыли, и, блин, у нас кончились ножи, это херово. Ну, здесь, в принципе, не проблемно нам его положить. Подбираем сразу наши ножички. И у нас, кстати, отличный крюк. У нас, кстати, рядышком отличный крюк. Никого вроде бы нет. А, слышу, кто-то справа. Ага, светильщица, походу. Великолепный крюк, он открытый, плюс-минус, да? Поблизости палет нет, и наша задача сейчас будет не подпускать Сурлов к Стиву. Трюкач не может себе позволить снять Сурла без размена. Давайте попробуем Йохансона закошмарить, что у нас выйдет. Неплохо. О, это ошибка, братан. Скидывать палету, это ошибка. Так, у нас уже есть двое Сурлов, которые вне игры. Икуя. Икуя. Опа, кто-то побежал. А кто это, кто это, кто это, кто это, кто это? Лоуди. А, боишься, да? А что ты забоялась? Ну, разменялась хотя бы. Наша задача, ребят, не дать снять. Так. Нихуй. Это что за про? Научи меня так же уклоняться, сестра. Так, хит ей есть. Это идет поднимать. Давай, 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 давай. Давай, трюкач. Трикстер. Го-го-го-го-го-го, души-души. Нуп. Нуп. Возвращаемся пополнить свой боезапас ножей. И смотри, какая у нас ситуация. У нас сур, вторая фаза. Мы всем раздали хитов. Да, по хиту. И они сейчас на один хит, да, ген зачинили. Они сейчас находятся, ну, скажем так, в раненом состоянии. И никто не может позволить себе подойти просто так спасти Сурла. Можно попробовать здесь Йохансона сейчас положить. И одним глазом смотреть, что у нас происходит с... Ага, Стивыча, походу, спасут. Ой, хорошо, накидали на Ике. Так, нам нужен Стив. Нужно минусануть Стива. Здесь мы обязаны его просто так закрывать. Опять же, классное место. Такие карты отлично подходят для трюкача. Открытых карт большинство в ДБД. В принципе, он себя чувствует комфортно почти на любой открытой карте. Но, опять же, повторюсь, на любой открытой карте есть, скажем так, закрытые локации. Та же лачуга, те же закрытые палетки, да, с окном, где трюкачу очень тяжело. Пошли минусовать Стивыча. Не оказалось у него осколка. Это нам на руку. Ребята подали два генератора. И смотри-ка, они не хилятся, да? Они, скорее всего, чинят какой-то дальний генчик. Здесь у нас никого? Вроде никого. Да, они чинят генераторы. Стива засейвить им не удалось. И главное сейчас нам не проморгать. По-моему, я видел здесь воронов. Ага, кто-то есть. Опа! Кто это у нас? Нейка здесь стонет? Ай, сучка залечилась. Так, ну давай попробуем ее нашпиговать нашими ножичками. Нам нужно ее закрывать. У нас нет много времени. Мансит как боженька старается выжить. Здесь будет палеточка, да, пойдет? Угу. Еще пару-тройку ножей, она наша девка. И... Оу, май хедшот! Ну или там куда-нибудь шею, я не знаю, куда там пошло. А я кого-то увидел справа. Да, кто-то сюда прошел. Я не заметил? Смотри, вон отсюда. Сундук он решил полутать, да? Кстати, maybe он на ключ рассчитывает. Тоже как варик, почему нет? У них уже минус один сур, второй висит на крюке. Ай, засранец, блин. Не в тайминг, ребят. Спасли ее. Она сейчас... Так, у тебя что? Часики или осколок?
Почему ты себя так... Нет, смотри-ка, часов не оказалось. Часов не оказалось. Да? Вот здесь вот Трукач себя чувствует не очень комфортно, потому что скорость не позволяет выйти, да, из-за текстурки и дать хит. Поэтому на таких локациях, ребят, много времени не тратьте, играя за Трукача. Старайтесь бегать, ловить суров там, где более-менее открытые текстуры и открытые палеты. Там Трюкач чувствует себя просто божественно. Опа! Hello! Вот, вот они, открытые текстурки. Здесь ребята на их уже успели поднять. Так, давай не дать ей добежать. Отлично. Не успеешь, подруга, никуда. Да. Арчи. Ну и осталось дело за малым. Здесь уже, в принципе, она еще не должна успеть прожаться. И давай кульминацию, наверное, завершим. И понеслась. Пулемет в действии. Давай, да. Но. Блин, застанился немножко. Кидай. Отлично, найс. Трюкач оф кросс без перков. Ну, как бы ГГ. Я прекрасно понимаю, и я тебе скажу больше. Рано или поздно, если ты играешь за Трюкача, тебе попадется про Тима, которая тебя, скорее всего, обыграет. Я больше тебе скажу, она и меня обыграет, как бы без проблем. Но я этот видос замутил к тому, что, к сожалению, офкросс сейчас, ребят, 11 число, когда я записываю этот ролик, да, или, по-моему, ночь уже 12-го, неважно. Ранги давно уже обнулились. По матчмейкинг новый, тест нового матчмейкинга закончился, глупый, да. Вот, поэтому, в принципе, подбор был как раньше. Давай эту сбросим. У этого, возможно, мэйби стояк, она ползет сюда, нет. Все, Йоханссон сдался. И я к тому, что все так кичатся, некоторые, да, правильно сказать, кичатся офкроссом, типа, ребята, вот на офкроссик играет круто. Камон, ребят, ну вы сами все видели, первая катка записана вообще на стриме, как бы, без проблем, то есть... А то, знаешь, есть такие умники, которые, я помню, выпустил с клоуном интересный видосик, где с фанатением мы всех раскатали. Там некоторые индивидуумы начали, да это приватка, это постановочная. Во-первых, первую катку, которую вы видели, это была со стримом. Эта катка записана в записи, спору нет. Но, блин, обычная катка, которая также мне попалась вне стрима. И я решил просто попробовать посмотреть, что за офкросс сегодня у нас в современных реалиях, на хайрангах. И вот, пожалуйста, уверен, попадутся ребята, которые раскатают. Но они попадутся на кросс-платформе, ребят. Они мне, в принципе, попадались. Поэтому, как бы, офкросс давно уже не в приоритете. И все, кто говорят, что там играет топ-топ сурва, ребят, это все херня. Ну, опять же, это мое субъективное мнение. Хочешь, соглашайся с ним, хочешь, нет, как бы. GG. Кстати, вот еще результат одного матча на офкроссе можешь видеть. Ну все, всех обнял, приподнял, подписываемся на канал и пока.